Мужчина совершил правонарушение, предусмотренное ст. 44, 3 КОАП, нарушение правил карантина. В суммах на 17 тысяч гривен оштрафовали мужчину, который пришел в продуктовый магазин без маски, нарушив этим правила карантина. Об этом сообщает портал «Судебная власть Украины». Мужчину, который находился в помещении продуктового магазина без маски, Заречный районный суд города Сумы привлек к административной ответственности за нарушение правил карантина и наложил на него штраф в размере 17 тысяч гривен. Во время судебного заседания мужчина не отрицал отсутствие маски. Потом он оплатил еще и судебный сбор, который составляет 420 гривен 40 копеек. Указано, что соответствующее решение суда можно будет обжаловать в течение 10 следующих дней. Напомним, что за сутки коронавирус диагностировали у 120 человек. Всего в стране 669 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 17 летальных. Отмечается, что данные из временно оккупированных территорий Яр-Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют. Ранее сообщалось, что абсолютное большинство украинцев, у которых выявили коронавирус и SARS-CoV-2, моложе 60 лет. Почти две трети из них входят в возрастную группу от 30 до 60. 25 марта Кабинет министров объявил режим чрезвычайной ситуации на всей территории Украины и продлил карантин до 24 апреля. До этого режим чрезвычайной ситуации действовал в областях, где официально были подтверждены случаи COVID-19.